Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале «Сказочная деревня». Меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. Утро. Собрала я заказы и достала размораживаться мясо. Из этого мяса будем делать сервелат, охотничьи колбаски. Под заказ. К выходным. Привезли мясо, надо переработать. В общем, я достала его. Оно у меня полежало. Это вот тоже домашнее мясо, что мне привозили в прошлый раз. Мне привезли еще, но на прошлые выходные человек не смог приехать, поэтому с ним договорились, что он приедет через 2 недели. Естественно, 2 недели мясо у меня не лежит в холодильнике, оно просто испортится. Оно полежало 4 дня, дошло до нужной кондиции, после чего я его заморозила благополучно в морозилке, а вот теперь достала, и оно будет потихонечку-потихонечку размораживаться. Пока мясо размораживается, нам нужно сгонять на почту, отправить заказы и съездить в кашир и сделать сход-развал на автомобильчике. Все, товарищи, поехали. Товарищи, следующий день начался. Начался следующий день, утро. И я выдвигаюсь. Мне нужно сейчас встретиться с ребятами, которые будут делать мне отопление газовое. И купить все. Котел, трубы и всякую, в общем, остальное. Все, что нужно. О, поехали. Следующий день. Слушайте, товарищи, у меня все настолько быстро происходит, что я даже снимать, если честно, не успеваю, поэтому просто рассказываю. Значит, вчера мы все закупили, все оборудование, газовый котел, вот все-все-все привезли, выгрузили. Монтировать будут в воскресенье. После чего я делала колбасу. До этого за день я колбасу не делала, потому что мясо не успело разморозиться. А вот вчера как раз оно прям хорошо так дошло, было чуть прихвачено. Делала колбасу. Еще вчера приезжала мама, привезла Пелагею Станиславовну домой, вернулась на место. Привет, мамошница. Все, она вернулась. И дальше что было? А, сегодня я должна колбасу термичить, то есть духовка и коптилка. Но вчера ночью у нас вырубили электричество, и до сих пор его не дали. Время почти 1 час дня, до сих пор электричества нет, соответственно, колбасу я делать не могу. Но позвонили сегодня с утра с Ясногорска, сказали, готовы документы, приезжайте, забирайте. Вчера мы еще с мамой вытащили шкаф, я отдала маме шкаф, который стоит на том месте, стоял на том месте, где будет стоять газовый котел. Мы его разобрали, она его увезла на дачу. Теперь сегодня с утра я помыла все в прихожке, где котел должен стоять, все оттуда выгребла, все разобрала, набрала целые горы всего, что мне не нужно, решила, что мне половину надо выкинуть. Везу мусорку вон, эти мешки, сейчас заедем на мусорку, выкинем что-то еще. А, позвонил сегодня Демьян, сказал, что он сегодня хочет вернуться домой приехать. В общем, все так вот... Мне некогда реально, ребята, вот снимать. Мне... А, у меня сейчас еще и батарейка в телефоне сядет, потому что электричества нет. Естественно, телефон я нифига не зарядила вчера ночью. Сейчас я его здесь поставлю в машине на зарядку. Все, и поедем мы с Полюнькой в Ясногорск забирать документы. А потом приедем, буду разбирать вещи, поскольку вместе с Полей приехали еще куча баулов с ее вещами и обувью, которые были даны ей к бабушке. И это все тоже нужно разобрать. А еще нужно перемерить одежду и обувь, посмотреть, что подойдет к школе к 1 сентября. В общем, товарищи, все, короче, я поехала. Мне даже, вот честно сказать, некогда вам что-то путное заснять. Так, все, поехали, а то в Ясногорск не успеем. Они, по-моему, до 3, что ли, а время 1 час. Не могли пораньше, блин, позвонить. И то и сегодня пятница, суббота, воскресенье, они не работают, в общем. Забыл сказать, на мусорку заехал, мусорку кинуть.
Электричества нет, расческа моя не работает. У меня электрическая расческа, которая такая греется, круглая, крутится, и, ну, которую я укладку по утрам делаю. Ну, или фен с круглой расческой. А электричества нет, поэтому на голове. Воу! Ну и ладно. Подумаешь. Все равно красавица. Да. Что-то вам хочу еще раз сказать. Мы еще в магнит зашли. А бабушка подарила Полюне к 1 сентября, так сказать, 500 рублей, чтобы она себе что-нибудь купила. Поля, что ты купила? Покажи бабушке на 500 рублей. Игрушка для кошки. Дальше. Вкусняшка для кошки. Дальше. Игрушка для Дуная. Дальше. А корм для Дуная, паштет. Дальше. И себе маленькую бутылочку воды. Все. Вот Поля купила себе к 1 сентября на бабушке на 500 рублей. Ну, хозяин барин. Так, все, товарищи, теперь мы едем в Ясногорск. Товарищ, что-то у меня этот ролик никак не клеится. Я ничего не успеваю. Я сделать-то ничего не успеваю. Уж не то, что снять то, что я делаю. Причем, кстати, я хочу заметить, что когда ты снимаешь то, что ты делаешь, на это уходит в два раза больше времени. Надеюсь, что вы меня простите за эту оплошность. И, наверное, ролик буду этот заканчивать, чтобы завтра начать писать новый нормальный. Потому что вот эти маленькие кусочки, если честно, меня вот раздражают. Хочется нормально. Но вкратце я показала, как у нас дела. Демьян приехал. Сегодня он мне помог, ну, точнее, помог, он сделал. Вот, которые деревья порублены, он ветки убирал и складывал отдельно ветки, отдельно то, что на дрова. В общем, скажем так, он до конца еще не доделал, но сделал много. Колбасу я сделала, мы приехали с газовой службы электричества, далее я сделала колбасу, разобрала вещи, которые привезли Поле, разобрала одна кухня, часть. Завтра у нас большая разборка кухни, нужно вытащить все из шкафов, куда-то убрать, потому что шкафы все будут отодвигать, тянуть батареи там в воскресенье, будут тянуть, делать отопление, тянуть батареи, нужно все вещи перенести, убрать. Разобрала вещи, которые лежали в том доме. В общем, я сегодня целый день какой-то разбираюсь. Устала, как не знаю кто, а смотришь, вроде бы и ничего такого особенного и не сделала. Но вроде бы что-то и сделала. Тут помыла, там убрала, там-сям, и все, и день кончился. И спать я хочу уже, если честно, поэтому буду с вами прощаться. Колбасу на ночь оставляю коптиться, не завтра с утра уже приедет Илья, будет забирать это из заказного мяса, колбасу сделала на заказ. Ладно, может быть, что-то забыла, ну, в любом случае, услышите, если я что-то вдруг забыла, услышите в следующих видеороликах. Все, товарищи, внизу, в описании к этому видеоролику, разные полезные, интересные ссылки, в том числе ссылка на магазин ВКонтакте, который называется «Вкусно ем», там можно заказать специи, оболочки, приправы для приготовления колбасы вами самостоятельно. Кстати, все, кто ждут заказы, вот завтра в планах у меня начать их собрать, потому что накопилось некоторое количество, нужно людям отправлять. Сегодня из-за того, думала, с утра буду сегодня делать, вот вспомнила, вот видите, думала, буду сегодня с утра делать. А с утра не было электричества, ни паяльщик, ни вакууматор, соответственно, не работал. Поэтому заказы буду собирать завтра, если будет свет. Ну, надеюсь, что это все. В описании сказала, как сделать заказ во вкусной еме в магазине, увидите в этом ролике. Вот здесь пониже что-нибудь интересное. Вот сюда жмите пальчиком, подпишитесь на наш веселенький канал. Вот здесь пониже наш второй канал про колбасу и копчености. Все, друзья мои. Всем спасибо за просмотр. Мамошница моя, скажи всем пока. Ставьте лайки и всем пока. Ставьте лайки, всем пока. Все, ребятки, всем пока.